Заходишь на рынок, а попадаешь в новогоднюю сказку. Даже продавцы накануне праздника отказались от традиционной формы одежды и сделали выбор в пользу костюмов сказочных героев. А все для того, чтобы создать праздничное настроение себе и покупателям. Этот год для нас знаковый. Мы провели полностью реконструкцию торгового зала. Новое оборудование, новый дизайн и новая новогодняя атмосфера. Над оформлением крупнейшего одинцовского рынка трудился коллектив дизайнеров. Впрочем, в стороне не остались и сотрудники предприятия торговли. Даже руководители приняли участие в создании праздничной атмосферы. Ставку сделали на символ 2022 года – голубого или водяного тигра. Мы и взяли за основу голубые и синие тона. Тем более они очень хорошо смотрятся в нашем таком вот деловом сером оформлении. Такие старания не могли остаться незамеченными. Первое место в смотре конкурса «Территория нового года» завоевал одинцовский рынок. Критерии у нас исключительно только направлены на новогодние украшения. Это самое главное — создание волшебства. Номинаций у нас 6. Они включают в себя и входную группу, к примеру, объект украшают, либо они ставят большую ель. Тоже есть такая номинация — новогодняя ель. «Территория нового года» – это традиционный праздничный конкурс. Его проводит администрация Одинцовского округа. В этом году за победу боролись 25 участников. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».